Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Настя, это у нас... И Лёша. Мой молодой человек. И сегодня мы снимаем очень интересное видео про распаковку вещей с Zafool. Мне пришло куча разных вещей, поэтому если вам интересно, то оставайтесь и смотрите. Конечно, интересно, это всем интересно. Да, лично я обожаю смотреть распаковки, как девочки распаковывают, показывают, примеряют вещи, которые им пришли, да и просто, в принципе, гардероб. Илюша сегодня тоже пришла интересная вещичка. Ну, всё, у меня подгон сделан. Да. Хочу рассказать о интернет-магазине Zafool. У них огромное количество вещей, а также довольно-таки быстрая доставка. Мне посылка пришла за 20 дней. В их магазине вы можете найти совершенно разные вещи, как и обувь, так и нижнее белье, так и просто, в принципе, одежду, кофточки, маечки, джинсики и большое количество различной бижутерии. Сегодня я, кстати, тоже заказала такой подгончик нам с Илюшкой, парные браслетики. Относится к бижутерии. Также все ссылки на интернет-магазин есть в описании, поэтому переходите, смотрите, заказывайте. Очень крутые вещи по очень маленькой цене. Думаю, что нужно подтянуть и распаковать твои джинсы последними. Просто я так думаю. У меня сегодня максимально неудачный день, поэтому я хочу тоже, чтобы ты такой подождал немножечко. Да, а там одна вещь моя. Не одна. Одна. Ну и браслетик. Короче, я даже не знаю, с чего начинать. Давайте потихо будем распаковывать. Вот это как раз-таки джинсы Ильи. Оставляем на потом. Давай, вот стой, дай сюда вещь какую-нибудь. На. Отворачивайся. Отвернулась. Ты закрывай глаза. Закрывай тебя. Закрыл мне глаза. Давай, право, подожди. Правая, левая рука. Если я выберу сейчас джинсы, то это просто полная вероятность того, что мой день сегодня неудачный. Давай вот это. Какая правая? Да. На, повезло. Ты что-то там... Ты специально поменял! Там были джинсы. Сегодня реально неудачный день. Смотрите, как все упаковано в... Как это называется, пакетики такие? Полиэтиленовые пакетики. Они не полиэтиленовые, они приятные на ощупь. Там пластик. Ну, типа... Он приятный пластик. В общем-то, здесь написано Zafool, очень красиво. Вот такие вот тут штучки, брючки. Давайте уже распаковывать. Опа. Я уже, если честно, не помню, что я заказала. Я так смотрю на пакеты и недопонимаю, что это. Но вот это я точно помню, что это. Вот такая милая кофточка. Правда, уже сейчас не сезон ходить в ней. Мы уже ходим, одеваем зимние курточки, потому что очень холодно. Я в пальто ходил сегодня. Да, пипец холодрыга. Уже хочется одеть зимнюю обувь или весеннюю. В общем-то, такая изумрудного цвета кофта. Как они называются? Ну, типа рубашки. Вот. Этой кофты хорошее качество, мне нравится, как она ощущается, довольно-таки теплая, думаю, в ней не замерзнешь и симпатично выглядит. На самом деле, мне сейчас довольно-таки жарко стоять в этой кофте, не знаю почему, но я прям, мне кажется, у меня лицо покраснело, прям теплое, оценила. Сейчас самое то. Также ты можешь ее застегнуть. И ходить застегнутой. Но я не хочу ее застегивать. Мне нравится, когда она просто так вот висит. И опять же, сумочка с белыми какими-нибудь кроссовочками прям очень круто будет дополнять любой образ. Что это за? Давайте распаковывать дальше. Сумку. Да, мне очень хочется. Очередную сумку, которую Настя будет таскать, не снимая, а потом опять возьмет другую сумку новую, закажет. И у Насти уже куча, просто гигантская куча сумок. В основном все мои сумки, они черного цвета, и эта сумка, я прям помню, она стоит 10 евро или долларов, по-моему, евро. И, блин, она очень дешевая, и надеюсь, она будет крутая. 50 рублей плюс-минус. Ну, это довольно-таки дешево для сумки. И я как увидела, что она из белого цвета, такая, все, мне нужно, потому что все сумки у меня черные. Она немножечко помятая, конечно, но когда ты что-то положишь, она
Думаю, станет в нормальной форме. Собрал конструктор. Илюша мне починил и собрал конструктор сумочку. Теперь она у меня можно вот так вот сделать. Она довольно-таки вместительная, у меня даже сюда поместится камера, я так думаю. Это круто. Люблю вместительные сумки. Для меня это полезно. Давайте переходить дальше. Следующее, что я просто увидела и сразу захотела это взять, пижама. Потому что у меня нету, ну, ни одной нормальной пижамы. И я постоянно снимаю влоги, как чушка. Корова. Кигуруми. Да. В виде кигуруми. Ой, корона. Кигуруми в виде коровы же нормально. Ну, не знаю, я очень давно хотела себе красивую... Я ее выкинула, кстати, корову. Я очень давно хотела себе красивую пижаму, и я просто увидела, в каком она оттенке, и сразу захотела взять. Розовый? Розовый. И такие просто пижамы есть от Victoria's Secret, но это такая приятная вот вещичка за приятную цену. Не Victoria's Secret, но похоже. А тут, получается, она... это пижама-троечка. Она большая. Она небольшая. Она, ты чего, она здоровая? Ну, а я специально взяла S-ку, чтобы было удобно дома ходить. В общем, первая это вот такая маечка. С рюшечками вот такими вот. Да, штанишки. Мне нравится такой материал, он будет выглядеть, я думаю, красиво на камере, разгладится и будет все супер. Вот такие вот. Снизу здесь тоже вот такие рюшечки. И следующее это вот такие шортики. Тоже миленькие. Летом самое то. Наконец у меня будет крутая пижама, я очень рада. Конечно, не последняя, но да ладно. Опа. Я надеюсь, что ему подойдет этот размер, потому что мы взяли, получается, эльфа, да? Нет, не помню. Тут же написано. Да, эльф. Но всегда есть ремень, поэтому, если что, будешь ходить с ремнем. Да. Нет, мне кажется, они будут тебе как раз. Коротенькие. И здесь что-то написано, не знаю, что это, но если круг. Хотите... Круги, круг. Что-то я переводил. Да? Да, в центре, в круге. Приятный цвет, и, в принципе, джинса такая плотная, я люблю такую джинсу. Нормально, давай. Подожди, у нас тут еще есть две вещи. Оно на ощупь очень приятное. Бархатное. Да. Я думаю, я его одену на Новый год. Я какой уже подряд Новый год хожу в одном и том же платье, но теперь у меня будет красивое новое платьюшко. Правда, я, наверное, замёрзну. Что это за платьюшко такое? Оно нормальное. Оно маленькое. Ой, я вам задом показываю. В общем-то, здесь вот такие вот лямочки, и очень красиво выглядят такие звездочки. Прям космос. Я не понимаю женскую одежду, как она выглядит вообще. Она выглядит как будто на куклу какую-то. А когда вы одеваете, нормально. Да, и на какой-то ноге, получается, на правой у нас здесь разрез. В общем, сейчас примерю, все вам покажу. Когда футболки не заправляю, чтобы было видно джинсы, я ее
Ань, так, а так. Что ты можешь сказать о своих джинсах? Новых, модных. Но они удобные. Удобные? Да. Типа, о, даже ноги могу поднимать высоко. Потому что джинса хорошие. Краш-тест. Краш-тест сейчас порвутся. Это браслетики. Мои уже надо снимать, да? Да. Я больше не одену свои браслетики. Да. У нас были парные браслеты, но они сломались, поэтому... У меня не сломался. У меня сломался. Я бережный. Я хорошо отношусь к вещам. Там были разные цвета браслетов, по-моему, золотой, серебряный. Вот мы решили заказать серебряный. И прикол в этом браслете то, что они закрепляются магнитиком. Так вот, оп. И мы будем магнититься друг к другу. Так, оп. Получается сердечко, здесь ключик еще висит и сердечко. Так, красиво. Давай примерим. Одень мне на руку. Первый браслетик. Теперь моя очередь одеть Илюша. Где она? Давай. Вот здесь. Опа. О. Если ты досмотрел это видео до конца и хочешь узнать, какой же классный и прикольный подарочек я хочу тебе сделать, то это купон, по которому ты можешь заказать какие-либо вещи со скидкой. Вот здесь я его напишу и также в описании продублирую этот купон. Поэтому при заказе обязательно вводи его и получишь скидочку. Я очень довольна вещами, или я сейчас ушел гулять с Зитой, но он мне сказал по секрету, что джинсы ему очень понравились. Поэтому не забывайте про то, что в описании есть скидочка для вашего заказа, и также есть все ссылочки на этот интернет-магазин. И если я не забуду, точнее, я не забуду, если я найду все вещи, которые были в этом видео, я вам обязательно прикреплю ссылочки и покажу. Теперь я буду модная, сковородная, ходить по Саратову, выпендриваться. Шучу. Если ты впервые на моем канале и досмотрела до этого момента, то переходи вниз, скорее подписывайся, оценивай это видео, пиши комментарий и ставь колокольчик. Большое спасибо за просмотр и пока-пока.